Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема в том, что я долгое время не могу сдвинуться с мертвой точки. У меня серьезное тяжелое заболевание, болею 9 лет, и все это время практически не работала и не училась по состоянию здоровья. Была депрессия жуткая. Сейчас ищу пути решения проблемы. На пенсионные деньги, которые получала по состоянию здоровья, покупала тренинги. Сейчас понимаю, что по большей части они не пошли мне на пользу, так как я к ним была не готова и, возможно, не готова по сей день. Есть молодой человек, гражданский муж, который поддерживает, но, видимо, с ситуацией я должна справиться сама. Люди, которые меня окружают, хоть и немного говорят, что нужно двигаться к своим целям. В том числе гражданский муж говорит, что нужно стремиться к здоровью и выздоровлению. В том числе через познание Бога это нужно делать. У меня страх перед трудностями. Ощущение, что не получится, что будет сложно, что не справлюсь. Лень также присутствует. Нет картинки перед глазами, как бы выглядела я без болезни. И укрепившая связь с Богом, что тоже важно, чтобы выздороветь в целом. И в целом. Большой план действий врач и священник выписал, что трудно к нему подступиться, непонятно, что именно делать, как пробраться от глубоководной реки к причалу и к берегу. К тому же не особо прислушивался к советам, хотя порой что-то и принимаю, если это может способствовать росту и подходит ситуация. Сейчас на данный момент просто остановилась и горько пусто от того, что ничего не делаю для выздоровления и связи с Богом, и в то же время нет толчка, мотивации, чего-то делать постоянного. Нет постоянного настроения, результатов и стабильного желания двигаться. Только сделаю попытку, опять лежу на диване и лазаю в соцсетях. Слушаю музыку и пью много кофе, словно наркотик. Вопрос задает аноним. В первую очередь, непонятно, о чем конкретно вы хотите спросить. Если у вас есть вопрос, если у вас есть запрос на терапию, например, да, на психотерапию, например, если у вас есть запрос, его надо бы озвучить, а вы его не озвучили. И, соответственно, раз вы его не озвучили, не совсем понятно, в каком направлении вы хотите двигаться. Это первое. Второе, то, что если вы не принимаете советов, это не могу, кстати, здесь сказать, что это плохо, потому что действительно советы далеко не всегда идут на пользу. Вот, действительно, советы далеко не всегда помогают, это правда. Но, тем не менее, да, у вас есть, на мой взгляд, вероятно, какой-то элемент сопротивления. То есть, вот, желание, да, находиться в том состоянии, в котором вы находитесь, в том положении, в котором вы находитесь, хотя вам оно, в принципе, может быть и не нравится. То есть оно вам не нравится, но
плюс-минус вы к нему могли привыкнуть, да, плюс-минус вы как-то адаптировались уже к этому и, в принципе, как-то не особо, да, понятно, действительно, зачем что-то делать, да, для чего вообще что-то делать и так далее. Вот, то есть, это вот такой момент. И, соответственно, что вы защищаете, в первую очередь, от чего вы бежите? Ну, на мой взгляд, вы бежите от неудачи. Вы боитесь неудачи, на мой взгляд. То есть вот первое, да, вот что ну, достаточно сильно бросается в глаза, это вот то, что вы боитесь неудачи как раз, то, что вы опасаетесь неудачи, то, что в первую очередь вы вот, думаете о именно о неудаче. Вот, вы думаете о результате. Вот, и как бы это вас деморализует. Вот. О том, чтобы делать что-то просто потому, что вам нравится, делать что-то просто потому, что ну, вам как-то интересно что-то, да, что-то вот привлекает, об этом речи не идет, на мой взгляд, по крайней мере, вот судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы описываете, об этом речи в принципе не идет. Вот, ну то есть вообще об этом речи не идет, о том, чтобы вы делали вот именно что-то, потому что вас это как-то вот привлекает. Вот, а получается же так, что вам как-то вот, ну, другие люди, да, как-то вот, ну, обозначили направление, вот, получается, как-то так, что вам другие люди обозначили векторы, куда вам двигаться, вот, а вы-то сами вообще как-то не чувствуете, что, ну, вам это откликается как-то, может быть, вы не чувствуете сами, что вам это интересно, может быть, вот, и как-то вот вы понимаете, что вроде бы все правильно, а в то же время это все как бы не ваше, да, то есть вот, ну, как-то это все вот, ну, не откликается, да, вот. То есть такое ощущение, да, что вы, помимо всего прочего, еще и ожидания чьи-то пытаетесь как-то оправдать. Вот, то есть, типа, ну, как-то вот в меня вкладывались, да, меня лечили, вот, и теперь, соответственно, я там, грубо говоря, должна, понимаете, вот, должна, я должна теперь врачу, и должна теперь священнику там и так далее, ну, то есть вот как-то получается, да, что вы должны. Вот, и должны как бы, ну, всем, вот, а у вас как бы сил нет, у вас ресурсов нет, и требования к себе слишком большие, вот, плюс, ну, если болели вы долго, да, вы говорите про 9 лет, и тяжело, то, соответственно, это вполне может быть, что и травма для вас, то есть, ну, такая длительная болезнь, это травма, вот, поэтому действовать нужно постепенно, вот, но мне кажется, в рамках своей свободы и в рамках своих интересов, вот, а не в рамках того, что вам говорят другие люди, в том числе и муж, вот, то есть, представляете, вы уже выздоровели, да? Ну, по факту-то, ну, я так понял. А фактически,
получается так, что вы не свободны еще. Фактически получается, что, ну, психологически получается, что вы не свободны. Вот. Как вот вы были зависимы от людей, так вы зависимы от людей. Только теперь вы зависимы, там, словно говоря, от них, да. Ну, больше психологически, нежели чем физически. Вот. И вот то, что, ну, например, вы привыкли, да, допустим, вот там полагаться на, ну, на других, например, людей, да, то, что вы привыкли своей болезни полагаться на тех, кто рядом с вами, это уже наносит какой-то отпечаток на вашу модель поведения, на то, как вы себя ведете и так далее. Вот. Поэтому я бы начинал бы, наверное, с того, чтобы как-то вот потихонечку обучался бы жить самостоятельно, да, потихонечку как-то учился бы себя обеспечивать, вот, потихонечку как-то вот обособиться от тех людей, которые вас как бы, ну, окружают, да, то есть именно что вот обособиться, да, то есть я сама, ну, вот, сама я себе что-то приготовлю, сама выберу, что мне одеть, ну и так далее. Вот, знаете, какая история. У вас этого нет, как бы, мне кажется, вы слишком вот, слишком многого от себя ждете, ничего особо не получается у вас. Ну, это вот то, что вы сейчас делаете, да, это вот, ну, ни много, ни мало себя деморализуете, вот, чтобы снова оказаться вот в, ну, вот, в таком, ну, беспомощном, да, состоянии. Вот, когда, в принципе, от вас ничего не зависит, ну, потому что вы боитесь, что у вас не получится, опять же, боитесь сложности. Вот. А тем не менее, то, что вы боитесь сложностей, не случайно. То есть это вот тоже такой достаточно интересный момент. Вы боитесь сложности не случайно, потому что, ну, они для вас имеют, очевидно, какое-то значение. Вот это может быть страхи, могут быть проблемы с самооценкой, вот. Ну, комплексы могут быть какие-то, которые вот у вас в том числе образовались, например, после того, как вы заболели, а может быть и раньше было. Вот, вы говорите, что нет картинки, какой бы я была без болезни, да? То есть вот, это правда, что картинки у вас такой нет. Но это лишь означает, что тот путь, который вы прошли, вот, имеется в виду путь, ну, как бы, болезнь, вы его вот как будто бы не принимаете. Вот. То есть вы его, ну, как бы, отрицаете, как бы, вот, а это, соответственно, мешает вам, ну, вот, в какой-то степени быть цельным, вот, понимаете, да, да? Какая здесь история, вот. Поэтому вот в первую очередь нужно вам, как мне кажется, работать именно вот в этом направлении, да, направлении вот постепенного,
как бы перехода от успеха, да, от выздоровления, то есть от какого-то результата к непосредственно процессу. Вот когда вы не знаете, к чему это вас приведет, куда вас это приведет. Вот, вы просто идете и все. Вот. Просто двигаетесь, куда вот вам хочется. А получается так, что все время вы ставите себе вот какие-то цели, да, получается, что все время вы себе предъявляете требования, вот, ну, не особо как-то думая, да, о том, получится у вас как бы их реализовать, да, или нет. Вот. А, и когда вы об этом думаете, да, то как бы, ну, естественно, вы понимаете, что вот, ну, что, скорее всего, не получится. Вот. А, вот, наверное, какая-то вот такая в данном случае здесь получается история. История, ну, безусловно, неприятная, да, история, безусловно, такая вот нелегкая. Вот. А немаловажным фактором является еще и то, что у вас вот на самом деле, ну, может быть депрессия, вот, и это тоже нужно проверить, нужно проверить, если у вас депрессия, ну, вот, потому что если она у вас есть, то как бы, ну, нужно в таком случае вам лечение соответствующее. Вот, а не так вот, что вы себя там пытаетесь, ну, как бы, ну, пытаетесь себя заставлять, да, вот. Потому что тоже очень такой вот, ну, важный, как мне кажется, момент. Вот. То есть это в целом вот ваша организация. Ну, ваша жизнь. Вот. А дальше. Вы знаете, я ничего не имею против религии, но я не совсем понял, как в данном случае она поможет вам выздороветь, и почему так много уделяется внимания. То есть, на мой взгляд, слишком много, что у вас и священник и так далее. Вот. То есть как-то вот, на мой взгляд, несколько все вы здесь в одну кучу, что ли, смешиваете, да? Потому что, ну, порой это же может противоречить друг другу. Вот. То есть, ну, морское и религиозно соответственно. Понимаете, какая история? Вот, а это тоже могут быть конфликты. Вот. А, и таким образом получается, что вы просто боитесь ответственности. Вот. А ответственности вы боитесь, потому что, ну, как бы опасаетесь не оправдать чьих-то ожиданий. Ну, вот. Ну, это только кажется, что речь идет про ответственность, а на самом деле, как бы, это не ответственность, а просто сам, ну, такой, знаете, как бы самообман получается, по большому счету. Вот, потому что в итоге вы, в общем и целом, не живете, вот,
то есть раньше не могли жить, потому что вот вы болели, теперь не можете жить, потому что у вас, типа, так много вот вкладывали, да, и как вы можете теперь, значит, ожидания этих людей там не оправдать, вот. Вот на мой взгляд, какая-то такая здесь история. Вот. А что вам вообще интересно? Ну, в принципе, что вообще вам нравится? Вот. А вы вот говорите, что не видите себя без болезни и как бы познавши Бога. Ага, ну, а что вам нравится? Вот. То есть, понимаете, вы себя, как мне кажется, пытаетесь увидеть вот какой-то идеальный, ни много, ни мало. Вот. Вы себя пытаетесь увидеть идеально, но, то есть уже как бы завершённо, да, уже как бы вот, ну, где-то вот уже достигший чего-то, но при этом вы не видите, что это же процесс определенный. А процесс вы как раз внимания не уделяете. Вот. Много думаете о как бы результате, но мало совсем о процессе. Вот. А процесс, он, в принципе, гораздо важнее результата. Потому что результат — это всегда то, что как раз таки оценивают другие люди. Вот. А процесс — это то, что чувствуете, то, что видите, то, что знаете только вы. Вот. Понимаете, какая история. А этому как раз таки вы внимание не уделяете. Вот. Ну, я бы даже вот сказал бы, да, что то, что вы, ну, много, достаточно проводите время там, в интернете, то, что вы пьете кофе, это вот такое ощущение, что сбегаете от всех людей. Ну вот, вот опять же, просто задайте себе такой вопрос интересный, на мой взгляд. Как часто вы говорите «нет»? Ну, вообще вот. То есть понятно, что вы не слушаете совета. Вполне вероятно, что у вас уже выработался некоторый такой иммунитет к советом. Вот. Вполне может быть. Но вы прямо об этом говорите, как бы, что мне, например, это неинтересно, или мне это не подходит, или вот что-то такое. Потому что мне кажется, что нет. Мне кажется, что вам как-то сложно это говорить. Вот. Может быть, вы говорите прямо вот, что мне это неинтересно, да? Вот. Но всегда делаете это из, знаете, ну, такой, как бы защиты больше в это делать, на мой взгляд. Вы это делаете, на мой взгляд, больше из защиты, а не из выбора. Вот. Понимаете? Поэтому я просто думаю, что вы себе вот, слишком
вот такие, ну, мощные задачи ставят. Вот, как мне кажется, слишком невыполнимо. И, на мой взгляд, не случайно вы это делаете. Вот, на мой взгляд, вы это делаете, потому что вот вам это, ну, условно говоря, как-то выгодно. Вот. Я вас не обвиняю ни в коем случае сейчас, да. Вот, я понимаю. Вот, просто хочу, вот, чтобы вы как-то вот немножечко об этом, может быть, подумали. Вот, подумали и как бы решили, ну, к тому ли вы идете, да, туда ли вы идете, вот, того ли вы хотите. Вот это, в принципе, может быть, первым, как бы, шагом для вас. Вот. Понимаете, да? Вот, то есть ни в коем случае, вот, я вас не обвиняю ни в чем, не принуждаю ни к чему. Вот, просто вот пытаюсь обратить вот ваше внимание на данный аспект. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. А, собственно, чего вы ждете от психологов, да? Вот, в каком направлении вы хотите, чтобы психологи вам помогли, это тоже отдельный момент, на который, на мой взгляд, вот нужно вам своем внимание обратить. Вот. Значит, вы говорите еще. Вы говорите еще о том, что муж вас поддерживает, но, видимо, говорите вы, я должна сама. Мне здесь показалось, может быть, мне только показалось, но мне здесь показалось, что вы как будто бы на своего супруга, да, обижены. То есть как будто бы вот что-то остается за кадром здесь. Вот. Важно не просто, как бы, ну, себя изучать, да, потому что вы изменились, но важно еще и уметь просить, уметь принимать, уметь говорить и выражать то, что вас, например, беспокоит, если вы своему мужу, например, если вы своему мужу только благодарны, допустим, ну, к примеру, или если у вас к нему, опять же, допустим, только чувство вины перед ним, например, вот, то как бы ничего хорошего в общем и целом из этого не выйдет, потому что, извините, это не совсем полноценные отношения, получается. Вот это получается отношения, где есть вот некоторая такая односторонность, скажем так. Понимаете, какая здесь история, какая здесь проблема. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть с мужем вам желательно быть вот по возможности как бы более откровенно, чем вы сейчас говорите ему
о том, что вам, например, не нравится, говорить ему о том, например, что вас, ну, не устраивает, вот, и так далее. То есть это тоже часть, такая вот часть отношений. Вот, это тоже часть взаимодействия с близкими людьми, это тоже часть, ну, такая вот здоровых отношений в общем и целом. Понимаете? Вот, а если вы относитесь к себе, например, вот, ну, с такой, допустим, позиции, что мне как бы и так вот все для меня, да, вот, все для меня, а я еще тут как бы там чего-то там, вот это вот, то ничего хорошего из этого не получится. Будете вы чувствовать себя только, ну, еще более отстранены, да, вот, еще более аутсайдером и так далее. То есть вы не умеете говорить о своих чувствах. Это вот тоже такая неотъемлемая как бы часть взаимодействия. Вот. А поскольку вероятно, по причине вот, того, ну, по причине вашего состояния, да, вы много получали какой-то любви, может быть, получали ласку, может быть, получали жалости, заботы и так далее. Вот. Просто так. Вот. То, может быть, вам кажется, что все, кажется, что вы и так все это получаете. Вот. Вы и так, у вас так все это есть. Вот. Но важно то, что как бы это отношение неравноправное, неполноценное. Это отношение, где вы находитесь в позиции снизу. Вот. Соответственно, подумайте. Вот, подумайте. По отношению к своему мужу. По отношению к другим людям. Вот. Вы находитесь на равных или нет? Вот. А как хотите быть? Ну, то есть, вот, хотите быть на равных, например. Или нет? Вот. Это тоже такой очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Потому что, чтобы начинать что-то делать, да, чтобы идти по жизни. Вот. Нужна, естественно, поддержка, как без поддержки, вот, но поддержка, она может быть разной, она может быть очень разной, и если вот вы поддержку получаете не совсем так, как вот вам хочется, например, то будет проблема, конечно же. Вот, собственно, вы как бы с ними сталкиваетесь, с этими проблемами. Вот. Такая вот моя позиция. Поэтому начинать нужно с выгоды, с вашей выгоды, того состояния, в котором вы сейчас находитесь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.
Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.